было, размялось. А что руки? А? Маша, как дела? Ты здорова? А? Ты здорова? Да. Ну, слава Богу. Потому что утепляет. Где папа? Папа на балконе. Ну, давай все-таки побегай. Давай начнем бегать. И метать. Мячик дай его. Возьми ракетку. Нет. Я буду бросать короче. Ты стоишь там, стартуешь и должна не дать упасть мячу на землю. Понятно? Марш! А у тебя ракета не сломалась. Ты финальная. Внимание. Марш! Почти. Хорошо. Открой рот. Нет, с твоими ногами нужно прыгнуть вот туда. Это лучше. Не спеши. Восстанови дыхание. Подыши, открой. Раскачайся. Не надо так широко. Ноги на ширине плеч. Вот так. Хорошенько раскачайся. Вот это уже лучше. Так, назад то же самое давай. Не-не-не. Встань так, а прыгай назад. О, смотрите, прыжок назад. Внимание, это координация движения. Еще раз. Впервые вижу такой прыжок. Да, влево-вправо. Плохо. А ну, вправо. Да. Плохо. Вот, назад прыгает прекрасно, вперед прыгает прекрасно, влево и вправо плохо. Видите, все, да? Ну попробуй прыгнуть по-настоящему. Зачем ты так широко носишь? Можно отсюда вот так. Вот ноги на ширине. Сюда. Влево. То же самое. Смотрите, еще одна. Правша всегда лучше прыгает вправо. А ей легче прыгать влево. Вот это так. Так, дайте, ну, мячи не надо, реакция у тебя есть, бери.
что я увидел, удары подскока, все абсолютно нормально. Более того, есть большой плюс в том, что я видел тебя давно, уже года два назад, прибавило. Все мягко, пластично, хорошо. Есть одна ошибка, Стань сюда. Перед тем, как делать замах, когда летит мяч, она делает движение такое, когда стрелок целится, а потом стреляет. А у нас нужно не целиться, вернее, целиться левым плечом. Она целится ракеткой, а потом делает замах. Она целится ракеткой, а потом делает замах. Вместо того, чтобы целиться плечом на мяч, ты начинаешь целиться так, а потом делать замах. Понятно, нет? Понятно, да? А это время. Это упущенное время. Целиться ракеткой не надо, целиться плечом, когда ты делаешь замах. А ты делаешь бах, а потом трах. Бах, а потом трах. Понятно, да? А так хорошее движение. Единственное, что хочу увидеть твой удар. То есть, когда 2-3 удара, Вова, к тебе обращаюсь, ты туда не смотри. Когда 2-3 удара, после этого брось ей так, чтобы она могла убить мяч. Мы посмотрим, как она может быть убийцей. Посмотри, вместо того, чтобы отсюда вот это не делать, а делать сразу сюда. Сразу сюда. Давай. То же самое. Старайся ударить. То есть момент удара в точке соприкосновения ракетки струн с мячом у тебя нет достаточно усилия и быстроты. Момент удара не такой, который должен быть при... Нужно убить мяч. А чтобы убить мяч, нужно, чтобы мяч полетел очень быстро. Она направляет мяч хорошо, она мягко, скажем, управляет мячом очень хорошо, пластично. А вот в момент удара нет этой скорости и давления на мяч. Вот это делает кисть после всего, плеча, предплечья. Это делает кисть в момент удара. Этого нет. Поехали. Теперь что тебе надо делать? Мне кажется, что нужно тебе тренировать в тот момент, когда ты хочешь убить мяч, в точке удара быстрее ракетку послать на мяч. И вот так протяжно, с большим замахом. Грубо говоря, быстрее. Thank you.
точно ошибка в технике. Это ее, этот флаг, цель. Она поднимает ракетку сюда. Она поднимает ракетку сюда. Вместо того, чтобы отсюда сразу отходить. Этого не надо делать. Давай еще по всей площадке. Так, стоп! Ну давай сюда, удары сюда. Когда ты играешь с лета, ты не должна делать сюда это движение ракеткой. Не должна играть сюда. Ракетка вот отходит, и потом отправляется вперед. Ракетка вот отходит и отправляется вперед. И не вот так. И не вот так. А только в точку удара. В точку удара. И все. А ты ее кидаешь, и она летит. Понятно, да? А ну проимитируй то, что я показал. Чуть-чуть дальше. Не срезай. Не срезай. Смотри, ты должна вести ракетку. Давить мяч. А не срезать. Не срезать, а давить мяч. Понятно? А ну, да. О, это правильно. Нет, опять. Справа правильно, а слева взяла и резанула. Дави мяч, смотри, смотри, вот мяч, вот я его давлю сюда, вот мяч, я его давлю сюда, вот мяч, я его давлю сюда. Давай. Так, мячик.
так или иначе не должна идти. Не должна идти так. Она все время тут. Она собрана тут. Насколько у тебя есть возможность сделать это? Возможность сделать. И то нужно короче. А слета намного короче должно быть движение. И в замах, и в концовке зла. Значит, ты не успеешь. Противник, когда ты ударишь, быстрее. Ты же не тут играешь. Мяч летит быстрее слета. Поэтому короче движение должно быть. Анахронизмы такие, непонятно откуда. Вот она делает начало движения, вроде бы правильно, потом вот сюда опускает ракету, и отсюда уже что-то делает. Ты начинаешь и веди ракету, не надо сюда опускать ракету, ни в коем случае не надо. Вот и удар, вот и удар, а ты сюда ее опускаешь. Она проимитирует, так как я сказал, сразу. Да, вот и все. Зачем же ты вниз идешь? Ты что, все равно ее поднимаешь. Смотри, мяч и ракетка вместе. Вот. Раз, два. Раз, два. А ну, проимитируй то, что я показал. Да. И вкладывайся в удар. Вкладывайся туда, в удар. Площадку. Так. Ну, давай. Смотри, смотри, ты спешишь. Не спеши. Подачи нельзя спешить. Это нельзя. Раз, натянулась. Пружина сработала. Два. Спокойно, открой рот. Рот не сжимай. Сжато. Расслабься, открой рот, дыши. И не надо натягивать все это, не надо вытягивать. Свободно, вот так держи. Не надо вытягивать, не надо, ты напрягайся. Вот так держи, вот так подними. Не напрягайся. Стоп. Свободно. Свободнее плечи. Когда ты сможешь ударить здесь? О, стоп. Свободней. Расслабленней. О, видишь, совсем другое, ты взорвалась. В момент удара нужно взорваться, а все время отсюда нельзя взрываться. Когда ты, как сопля на проволоке, висишь свободно, тогда ты взорваться можешь. Знаешь, как боксер, если он так будет бить, он не попадет. Он должен расслабить, пах, и все. Вот так и ты в момент подачи должно ударить. Расслаблено полностью. Отлично, ничего страшного, что мяч не попал. Отличное было. Движение прекрасное. Поздно ударило. Бить по мячу выше нужно, как можно выше. Мяч, ты должна бить мяч, когда он повис в воздухе. То есть, он не идет вверх и не падает вниз. Вот в тот момент ты должна ударить. Попробуй. Ракеткой. Поднял я ракетку?
ты подняла ракетку еще сюда, куда ты потом идешь. Не надо. Подняла ракетку и бей ей. Все. Ну. А зачем ты сюда куда-то ее выносишь? Подняла ракету. Подняла. А теперь бей. А зачем ты назад ее пустил? Смотри, подняла ракету. И не опускай сюда ракетку. Отсюда бей. Смотри на меня. Вот что ты делаешь. Еще раз. Раз. А вот что я делаю. Раз. Это и есть хлёст, который дает первую подачу особенно, и вторую. Ну, свободней, подними, имитируй. Так, еще. А теперь нормально, лучше стало. А теперь еще попробуй, что ты все время рот закрываешь. Ты с закрытым ртом, ты напряжена. Понятно? Открой рот, дыши, как у тебя зубы есть, а то я тебе свои могу поносить. Давай, свободней. О, это прекрасно. Еще можешь хлестануть сильнее, если ты будешь отсюда не думать, что тебе кто-то туда рак, а отсюда уже сразу бить. Площадку твою. Отлично. Все. Смэш, играй. Проимитируй, как ты бьешь смэш, когда летишь. А ну покажи. Не, ракетка, смотри. И вот тут ракетка у меня здесь должна быть. Вот как я показывал подачу. И сразу же бьешь. Когда летит смерть, уже туда стал ракет. Давай. Да. И ставь здесь ракетку. Не целься. Вот тут целься. Вот. Вот тут сюда ракетка. Не вот здесь ракетка. Сюда. Перед ударом. Не слышишь? Вот так, вот так. А я тебе говорю, вот так уже стой. Вот ты ищешь, вот отходишь, вот, вот, вот ищешь удар и бьешь. Все. Отсюда ты только бьешь. А ты стоишь так, делаешь вверх и потом бьешь. Лишнее. Понятно? А это время. Молодец. Молодец! Ну все, все, пока. Значит, стало лучше играть в футбол. На это молодец. Давай. Так. Кто второй?